Всем привет, с вами команда компании Aversagro. Меня зовут Евгений, я вам спешу сообщить, что мы поставили рекорд по ротационным боронам. Ранее, насколько я знаю, производители в Украине делали бороны ротационные максимум 18 метров ширина захвата на экспорт, если мне память не изменяет. Мы сделали чуть-чуть больше, 21,6 метра ширина захвата, ротационная борона. Наша компания, как я говорил уже, задает тренды на производстве сельхозтехники. Я знаю, что вам всем интересно посмотреть, как она работает в поле. Мне, если честно, это просто монстр. Нам уже не терпится поснимать ее для вас, как она раскладывается, складывается. Вот как она ведет себя на поворотах, очень продумано. Воу! 21,6 метра. 99 рабочих стоек. 198 рабочих органов. 396 подшипников СКФ закрытого типа. Просто 9 тонн веса. 900, если быть точным. 900 просто. И таскать малышку эту нужно трактором 310 лошадиных сил, мы рекомендуем. Нужно либо 310 сил, либо вот такой вот маленький погрузчик. Шучу, конечно. Уедет эта малышка в Казахстан. К сожалению, видео в работе ее не получится пока что снять. Я знаю, что вам всем интересно посмотреть, как она работает в поле. Мне, если честно, тоже очень сильно интересно. Поэтому, если это видео до конца 2021 года наберет 2000 лайков, я уже договорился с руководством, меня отправят в Казахстан, где мы с вами понаблюдаем за работой ее в поле, сделаем обзор работы в поле, поснимаем пейзажи Казахстана, возьмем интервью у фермеров Казахстана, пообщаемся, как они выращивают, что они выращивают, какие технологии выращивания они используют. Пишите в комментариях, что бы вы хотели разузнать про Казахстан. Поедим бастурму с вами, поснимаем с дрона все пейзажи. 2000 лайков — это не так много, вам не так трудно, но зато какой результат будет на следующий год. А пока для вас я поснимаю, что крутого в этой бароне, чтобы вы смогли оценить, дать объективную оценку этому агрегату. Рама выполнена достаточно мощно. Там вот возле прицепного усилили. И это же выполняет функцию противовеса. Просто посмотрите на толщину, толщина металла. Такие мощные гидроцилиндры, все усилено, ничего лишнего, все четко просчитано. Смотрите, труба профилем 200 на 200, просто посмотрите, какой огромный квадрат. Обработки регулируется 4 гидропоршнями по 2 на крыло. Посмотрите на эти жесткие тяги. Предусмотрели конструктора наши две пружины, прижимная сила регулируется болтом, конструкция максимально простая и очень надежная. Также по поводу простоты и удобства, если раскрутить болты, снять вот эти секции на крыльях и вот ту центральную, то на эту раму можно смело одевать удочки, оборудовать шлифами, и у вас в гараже еще хранится шлейф 21 метр. Это просто монстр. Нам уже не терпится поснимать ее для вас, как она раскладывается, складывается.
Вот как она ведет себя на поворотах, очень продумано. Вот видите, одна сторона играет, все рассчитано. Транспортировать такой агрегат довольно-таки просто, несмотря на габариты. Оп, и выровнялись. Так что, если кто размышляет над тем, что хочется пошире агрегат, но есть проблемы с тем, что плохая дорога между полями, большое расстояние, мы эти моменты просчитываем. Вот гляньте, как она себя ведет по неровности. И в целом очень устойчиво. Оп, она еще заходит в поворот. Так что, ребята, спасибо вам за то, что смотрите нас, за то, что выбираете нас. Благодаря вам мы становимся более продвинутыми, стараемся воплотить все ваши требования. Не забывайте следить за нами, подписываться на наш канал, потому что, возможно, вы сейчас смотрите, у нас проходит розыгрыш катка измельчительного. Если вы смотрите, и тот розыгрыш закончился, возможно, начался новый, либо планирует начаться. Так что обязательно следите за нами, ставьте колокольчик, чтобы вовремя все узнавать, первыми быть в курсе событий. Уважаемые наши зрители, наши клиенты, спасибо, что выбираете нас. Я желаю вам больших урожаев, чтобы все складывалось как можно благоприятнее, чтобы погода не подводила, чтобы влага всегда была и никуда она не убегала от вас. Желаю, чтобы вы росли и процветали, тогда будем расти и мы в том числе. Так что всем пока, спасибо за просмотр. Thank you.